2024 год, 23-го Яночка уезжает, 24-го в 3 утра самолет в Москву. Сейчас едем искать ей горячий шоколад. Мусор вывезем, чтоб хотя бы не нас, не наш, жгли. Помахай всем привет, отъезжает Яночка. Выбрасываем мусор, пока еще не ругали, второй раз выбрасываем, потому что не успевают замечать, не успевают ругаться. Ну, Диана красивая, они сильно хотят заебывать, может быть, хотя был бы повод познакомиться. А мы разворачиваемся, едем на Гиргарваду. А это ж ловишь. Здесь нет, я забыл. Тебе тут тоже понравилось, да? У них там вообще 250. Да похуй, что 250. Видишь, основательно закрыто. Ну да. И вот этот занавеска мне даже завесили. Или какой-то праздничный день. А. Ну они походу, блядь, закрылись вообще. Поехали туда, на Main Road, центр, не? Поехали! Вау! Сейчас там разберемся, может там что-то есть. Я один в этом мире, необычный магнат. Не торгую я нефтью, но безмерно богат. Всегда успешный, красивый для всех господин. Все знают, что я жених номер один. Я богат, я магнат, банкомат. На любой тусе я на расхват. Меценат, я колец властелин. Ведь у меня растет фрукт один. Мандарин, манда мандарин, мандарин, манда мандарин, мандарин. Холодный шоколад, мармелад. Так вот. Гену, он опять, блядь, с этим байком поменял бензонасос, все равно он у него тыркается. Сейчас он его отдал, ему сказали, приезжай, забирай, готов. Опять, короче, он его забирает, они ему сказали, тебе надо просто заправиться, блядь. Он поехал сейчас на заправку заправиться, чтобы показать, что они дебилы. Ну, в смысле, блядь, заправиться? Причем тут, блядь, заправка? Недавно заправляли. Короче, я вот это его стою, тут что? А у тебя нет возможности или, друзья, $50 купить Диане в дорогу, если были доллары там? Слушай, я сегодня девочка. Хотела эти доллары интересно поменять выгодно. Сама в Мапсу поехать, потому что там более-менее выгодный курс хотела обменять. А просто так мне сейчас это давать. А интересно, у меня есть $100. Разменяют они в обменнике 2 по 50 просто так? Наверное, интересно спросить, да? Мне еще надо кантер взять. У тебя есть, да? Что-то так. Завтра уже? Сегодня когда? Завтра увидимся. Что, надо посидеть? Что, вечером? Давайте увидимся. Может, сегодня вечером, может, завтра вечером. Не, ну можно вечером у вас дома, да. Давай, можно завтра. Давай. Мы сейчас до ребят поедем. И потом посмотрим, может, вместе на закат и поедем. Угу. Давай, спишемся в какой-нибудь. Ну сейчас Гена еще, блядь, с этим байком. Взрывалось, жарко. Да. Да, едет сейчас обратно. Встаю. Давайте, на связи. Все, давай. На закат можно, на закат. Ну так, ребят, купил человек байк через помогатора в Инстаграме, в Телеграме. Первый байк привезли вообще весь в рот выебанный. Поменяли с доплатой. Вышел по цене нового. Опять уебищный байк, который не едет. Он его полгода уже ремонтирует. Ничего не помогает. Дергается и дергается. Индийский байк, индийский бренд, индийские специалисты. Нихуя не могут дать ладу байку.
Потому что везде, где зарабатывают деньги, приходится быть немножечко пидорасом, наверное. Может быть, не немножечко, а где-то сильно. Ну, я как бы, да, грубо сказал, но кто понял, тот понял. Люди входят в азарт, в денежный азарт. И когда видят в себе выгоду, то готовы переступить через свои принципы, чтобы получить повышенный кэш, повышенную выгоду. И идут по головам людей. Сегодня 23 апреля, часа 3 дня. Дианочка уезжает. Перед отъездом решила сделать мне приятно подарок. Представляете, помыла плиту, всю тут кухонную зону, подоконник, всю посуду перемыла. Такая моя любимая Ляля. Мы не расстаемся, да? Да? Скажи на камеру, чтобы потом не было. Мы очень любим друг друга, плачем давно. Это не снимаем на видео. Вот, или я прилечу, или она прилетит, или меня выгонят, я куда-то прилечу. И такие дела. Поэтому лайк, репост, подписка, ссылка на звонок. Очень люблю и не обижайте его никто. Поняли? Вот так вот. Ой, ребят, одна девочка пообещала Диане продать или дать росток папайи. Маме моей сувенир посадить, да? Росток бесплатно. Это кажется, легко нагружаться вот такой. Угу. Блин, такой хрупкий, конечно, мой обламываться. Мне веточки. Кажется, его надо вот так, чик, и он прорастет, нет? Хуё-хуё. О, чик. Это ради этих листьев все еще кайфы. А тут, кажется, он больше не прорастет. Ну, и семена возьмем с папайи. Ну, целую папайю. Да, и росток. Да-да, нет-нет. Будет эксперимент. Джус. Бандиан кафе, сэндвич. Микс, пайнэппл и оранж. Пайнэппл, оранж. Интересно, лук тоже добавили? Сколько стоит? Папайя. Угу. Папайя, объясни, ребят. Девочка продает. Такой ящик не маленький. Я думал, это девочка. Здрасте. 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 Да, вот девочка, да. Одну? А, две. Две. Угу. Я сейчас могу их сам вынуть. Что-что? А, вынос. А вы без коробки, да, продаете? А, да, без коробки. Ну, найти, да. Мы что-нибудь придумаем. Довезешь, не довезешь, ну попробуем, эксперимент. Что, может, одну лучше взять? Значит, как... Извините, а можно одну? А то мы так решили, что мы две не потянем. Да. Можно одну купить, две нам не надо. Ну бери, да. Ну возьми поменьше, я не знаю. Вот это поменьше как-то. Ну бери поменьше. Что, там бутылку, двухлитровую колу возьмем сейчас, что-нибудь туда положим. Спасибо, извините, что не оправдали ваших ожиданий. Все не купили. Приехали распечатывать Дианины визы, билеты на всякий случай. Стоят копейки, а уверенности больше в себе. Когда оно есть. Документик по e-mail отправляешь и все.
Sorry, are you here later? Забегалочка. Сынки, да не ват. Диана орешков себе набрала, и себе, и сувениров. Вот такие обмены, сидит индус, и там номера русских телег. В телегу пишешь, переводишь на русскую карту, а индус тебе здесь отдает денежку. Мы сейчас спросим, давай $100, смогут ли они $100 по 50 разменять, чисто для прикола. Hello, are you going to change for 50, $250? Oh, okay, thank you. This is good new. Смотришь, вон туда переводишь, а он тут тебе рублей отдает. Ну как Маша. Ну да. Ну только тут прикольный человек сидит. Договорился, да? Ну с ним договорился, наверное, да. Change? Change, да. 50 change. Yes, ну 250. 250. Да. Is this good? I don't know. This new? This new one. Год надо посмотреть, какого. Не понимаю. Где смотреть этот год, блять, долбоебы. 2017, 2013. Нива. Окей, thank you. Bye. 2017. Mm-hmm. Идут такой же, да? Same. Ага, окей, thank you. Bye. Thank you. Хочет палочки от комаров взять домой, тем более она в деревне, там будут бабочки иногда жить. Сколько? 190, ну, попозже вернемся, потому что мы куда-то старые пыльные. Угу. Заехала за ловцами снов. Некоторые называют их пылесборники. Good, thank you. Good, good. Рамзи. Рам. Ну, моего друга Рони сегодня нету, сейчас Дянечка подругуется. Что у него получится? Они тут, конечно, клиентоориентированы. Побрякушки, безделушки, какие хочешь. Короче, лайк, репост, подписка, ребят. Остаюсь один, совсем один. Сувенир Ten. Ten Pisces. Иди, словечко. Ten Dreamcatchers? Yes. Possible. How much ten? Price same. С ложечками все видели? Same price. Какой же праздник? You make sale. Yeah, this is the sale. Normally I sell this 200 rupees, but now I make... Там this expensive price, and 15 rupees one. And gift, подарок везде, all gift, gift, gift. This вообще 15 рупий. 150, 150 expensive price. Ладно, мы сейчас поищем. 10 по полу, ну вот по 100 типа вот. А вот смотри, как раз и ловцы снов по 100. Ну, выбирай, что хочешь, мне все равно. Ну, давай еще проедем тогда вниз, где их плетут. Проедем вниз, где их плетут. Но он улетает скоро. Но магазин хороший, весь сезон работал. Спасибо. Магазин хороший. И чай, и что хочешь. Специи. Специи, чай. Да, вот где это находится. Сейчас я вам выйду, покажу на улице. Вот, вот. Вот здесь это находится. Хорошо знает русский язык. Почти да, единственный, да. Кто... Я учил. Спасибо. Чаши есть, вот эти все курительные принадлежности. Сам он плетет, сидит, все эти бусики.
все вот эти вот... Дерево. Дерево? Да. Угу. Круто. Розеро. Угу. Дерево нам не надо. Да, да. А чаши, я говорю, у него есть. Яна хочет поющие чаши. Кто-то у него заказал. Шкатулки. Типа из камня клеена. Камень. Мой еще камень, да. Пахнет, в моем детстве. Ты гладишь. Старьем, соболитым. Костром выкрутим. Идем на клифф искать чаши поющие ловцы снов. Ей там нравится, как-то она там наглядно кажется. Узко, и за счет этого ты все видишь, тебе сразу все показывают, но цены могут загинать. Хотя мне вот этот за сотку продали браслет, ему-то цена 40, ну а что, заработали ребята, да. Класс. Для меня всегда было это такой загадкой. Их миллион, у всех почти что одно и то же. И каждый еще что-то сможет заработать. Не, какое серебро? Вон чаши пошли. Серебро. Намасте. Научите, пожалуйста. Мне надо маленькую. Да, конечно. Вот это каждый. Nice. Good. How much? This 2000. Нет, 2000. Не надо нам. Сколько тебе? Сувенир надо. Small? Сувенир, small, да. Small? Gift my father, mother. Okay. Сувенир такой. Гифты, не, ну, ай, да, ты, ну, гифты. Вау, как он так умеет? О, смотри. Ну, это 2000, ну, дорого, они по 500 рублей. По 500 рублей. Ну, да, пойдем искать. Ну, 500 рублей стик. Не, сори. Пятьсот, мой френд. Ну какой, блядь, да. Ну, конечно, понятное дело, что они видят, что ты красивая, деньги есть. Думаю, на красоту деньги есть. Тут все дорого, да, блядь. Где-то их, может, больше есть, они торгуются. Тебе одну надо? Ну, да, ты две по 500. Две за 1000. Вот это столько всего, и кому оно надо, казалось бы. Кому оно надо. Вот какие-то интересные. В виде дерева, прикольно. Сразу видно, ручная работа. О, сумочки прикольные. И когда смотришь, люди здесь что-то выбирают, и вот им думают, зачем они это делают, кому оно надо. Вот и сейчас Диана летит. У них девочки, им, наверное, надо. Я бы, наверное, тут ничего не выбирал. Вон, шорты себе взял бы и все. Кстати, неплохой материальчик такой. Неплохой материальчик. Ну, за 200 можно купить. 450-500 просят. За 200 отдадут. Вот эти, конечно, сувениры. Ой, как хорошо.
сейчас фотосессии начнутся. Нянечка меня фотосессирует. Фотосессирует меня любовь. Рыбаки рыбачат. Сувенирный шопинг. Ну, надо нам на Амазоне надо заказать было, наверное. По 500, блять. How much? Скидка. Надо ту. 1000. Маленький в одном ларьке, умный, говорит, одна деревяшка только стоит. На ру, и танцевать. Триндри. Окей. Что окей? Сколько, if I buy two? 1000. All, two. 1000. I give you 2 sticks, 1 sticks. Для денег, 5. Их только могут 1000, да, продать? Нет. Еще и стик дают. Ну это само собой стик. 150 with stick. Окей, он знает, что они по 500. Вот он наварил своих. Если бы мы ушли, он бы по 500 отдал. Но чуть-чуть на тебя появился. Забирай. Это hand little bit strong. Strong? Ну, no, no. Same like pen, but еле-еле. Нежно держать. Like this. Yes. Классно. Что, он за 1.5 Ну да. С 2 стиками. Только новые хотя бы попроси. Это еще новенькая. This это... only this? New pet? This is new one. Да они все такие мутные, уютные. Изольчики. А ну типа блестящие. Или потом, наверное, пидорить надо, чтобы они блестели. За 1500 две. Как загудел ту. Нормально. Приучися газовать. Это ледер, это кожа. Как first time играю, чуть-чуть проблем. Вот это играю like too easy. It's like too great. Understand. Видишь, просто вот в этой чуть-чуть вот это какая-то. Ребят, первый раз слышу, что палочка пахла настоящей дыней. Прям ничего нет, дыней пахнет и все. Тут вот он их подпалил. Бомба. Кто там берут какие-то непонятные ароматы, вот кайф. Давай, good. Давай, you. Thank you, good. Не хочу просто, just look. Yes, sir. Good. Точно. Шашлычок, ребят. Это имеется в виду шаурма на углях. Шашлык на углях. Вот, супер человек, супер мясо, да, здесь все самое супер. Пупер. Мне всегда сухое попадалось. Наверное, когда его много, можно попасть на свежее. По чуть-чуть на байке продвигаюсь, пока она выбирает. Надо сувениры, блять, хуже некуда. Что-то я уже заебался. А Диана тоже заебалась. Ей так это не нравится, все эти выборы, хуиборы. Но она все равно это делает.
Вот моя малая идет. Поиск. Туда пойдешь? Ну, торгуйся, выбирай. It's nice to meet you. Good, thank you. My wife go to home. I stay this. I find gift for family. Ну, она хочет maybe 10 piece таких. How much? No sales. Only 150. Only buy 10 piece. I make a 120. Just по 120 даст. А before you been here? А? Been here, Фёнор. Магазин. Мы были тут, да. Another brother, да? Yes, yes. Ah, ну, I там. Came there outside one guy. I didn't see you here. Ah, okay. Да, пакет, да. Он каждый пакетик в отдельный положит, чтобы, наверное, было красиво. Пойдем посмотрим. Ну, идите туда, да. Я не пойду. Я ебал. Все, Дианочка чего-то там навыбирала. А? Еще раз. А я здесь, да. Все? Почти. Еще в каждом ларьке жгут свои палочки. И дышишь потом этой химией. Я говорил, кстати, многие, кому за 40, живут здесь и думают, что эти палочки натурашка. А это чисто эссенция, ароматизаторы. Какой-то ТВС. А другие думают, что вот эти столешницы из камня, типа натуральный мрамор, плитка и столешница натуральный мрамор. Я говорю, это композитный материал, клеенная какая-то стружка. А они понять не могут. Вот мальчик велосипедом пошел. Не знаю, зачем. Дианка вот пришла купить. Это он тут голову моет, купается, умывается. Весь в каких-то черях. Секрет на этот вид, ребят, уметь надо правильно открыть. Чик-чик, чик-чик, тайничок. По 500 легко отдают, видимо, они по 300 или по 250, ну в рот того ебать, я уже заебался. По 500 две Дианка берет. Диана какая сила воли, она протопала весь Main Road, каждую палатку. Есть у девочек такое качество, вот это вот. Сюда она улетает. А ты что, надолго тут? Нет, тоже 27-го уже. Месяц пришел. И что, договорились? По такси. Ну, нашел друга, я там последний шорт выложил. 1500 ему плачу, и он меня везет. Потому что мой знакомый, его машина. Чисто, ну, украинец, пацан с Украины. А вот. А такси 2400. Ну, да. Вот.
А если ты... на мопеде, уебать. Ну, а ты кого-то везти хочешь? Нет, самому я. Ты что, мопед там бросить? Ну, а что? Печкатку дать ему, хозяину. А как он заберет? Да он, наверное, не согласится. Все-таки туда 70 километров ехать. Я ездил туда. Да? И что, 2 часа туда отправлять. Прикольно. Человек тоже уезжает, хочет на мопеде в аэропорт поехать, там мопед бросить и уехать. Это мясоед я. Мясоед. Да, мы ничего не помним, кто такой. Рома рассказывал, что он. Вот подходит мясоед, да. Так это ж мясоед. А я говорю, не могу понять, что мясоед. Я что ли мясо ем или он, а потом вспомню, что ты комментарий пишешь. Спасибо тебе за поддержку. А ты. А что, не страшно это вот попортить отношения, нет? С кем? С хозяином? Ну да. Не, он говорит, пятихатку хозяину дай, чтоб типа кто-то его забрал. Да. Ну если договориться, так то да. Ну, а... видишь, какой чемодан огромный, блядь, в аэропорт. Я-то с сумочкой. Ну да. А ты когда едешь домой? 27-го. 27-го. Москву? Екатеринбург. А, о чем билет? 35, блин, сейчас подешевели на 10. Да вот, она тоже за 40 чем-то купила, а сейчас за 27 можно улететь. Жалко, хорошо. Пиздец. Я уже отменять давай. Ну там смотришь. Они 30 тысяч штраф берут. Ну вот. Да. И всего 4 тысячи возвращают. Я говорю, не, не, что. А ты улетаешь, потому что не хочешь рисковать, подавать на ФРО, ой, ну, на экзит пермит? Нет, просто месяц. А, хватит, что, нагостился. А, понял. Мне не нагостился, я там нечего мне там делать. Мне тут все хорошо. У меня тут жена там, ребята. А, ну тогда понятно. Как она тебя вообще отпустила одного? Не знаю. Че, ну теперь я ее отпускаю домой, да. Такие дела. Спасибо тебе, поедем мы. Давайте. Не знаю, чем тебе помочь, да. Езжай. Если хозяин согласится. А почем ты этот байк снимаешь? Я 6500 брал. Ну, еще белыми номерами, да. 1000 этому, посреднику. А, вот ты попал, конечно. Ну, не то, что мелочи жизни, что там. Кто зарабатывает, тот нормально. Вот посредник, пускай возвращаем. Тысячу рублей, что зря получаем. Ну, да. А ты паспорт залог оставил, да? Нет, ну фотка есть. А, ну ты, в принципе, можешь, да, съебаться туда, да, и сказать. Печатку кинуть сюда. Да? Извини. Ключ, а ключ куда прячешь? Ну спрячь где-то. Ключ, ну спрячь. Закладку, да, спрячь. А, защелкнешь, он со вторым ключом приедет, откроет. А здесь день повесить. А, ну да. Ну, может, вот сюда под этот где-то, да? Вот. Да. Кстати, приятно было. Спасибо, всего доброго. Давай. Давай. Пойдем, мой байк там. Где там? Угу. Подписчик мясоед, хороший парнишка. Все, кто ко мне подходит, ребят, хорошие люди. Здороваются, общаются. Такие вот, ни, там, ни на понтах, ни на бычке, ни на уе, ни понятия, ни синька, там, ни наркоманы. Приятные, позитивные, обычные люди. Ну, как говорится, все мы друг друга притягиваем, которые объективные, нормальные. Тем более, что мне о себе заявлять? Посмотрите мои ролики, и все обо мне поймете. Они смотрят, они понимают, что у них примерно один вайб со мной. И поэтому подходят и знакомятся, здороваются. А мне стыдно, неудобно. Что говорить, не знаю. Фишай говорит, а ты еще хуйня, но все равно, говорит, я тебя сочувствую. Представьте, у него 200 тысяч подписчиков, как его заебут, а у меня всего 10 тысяч. И то мне, я уже не знаю, ну, очень стыдно. Ну, приятно, конечно, но я не знаю, как с этим бороться. Неловко, да. Так-то спасибо, подходите, общайтесь. И они также стоят. Это очень хорошая подделка. Может, я себе их можно, наверное, и. О, они уже подключили. Так вон эти. Это ж, наверное, можно мне такие купить. Короче, Диана себе купит. Мне нравятся они сильно чувствительные пальцы. Да мои тоже чувствительные. На 2000 наушники, вот, пожалуйста. Да, не до этого сейчас слушать. Кабели ей дают. Тут видел кабели берущие разных размеров, чтобы твой уши нормально подходил. Ту. Здесь хоть iPhone,
хоть другой телефон. 200 рупий, замена стекла со стеклом. Стекло и работа всего 200 рупий. А в России чуть не 1000 берут. Стекло 500, наклеить 500. Ну тоже вчера очень хорошо наклеили. Вот видите, оно, вот, оно трескается. Видите, а экран нормальный. А то некоторые нет, это телефон, нет, это экран треснул. У меня и все. Уже, как Гена. У Гены под стеклом экран. Но это не точно. Уже, ну да. Потому что он отслоил и увидел. Девочка что-то очень орет. Байк их обгонял с индусами, индусы орали на нее, она очень сильно материлась на них, сейчас матерится на своего сына. Муж ее поехал что ли догонять этих индусов, говорит, кастрюлю на голову одену, непонятно что. Рупий вот манго. Яночка в дорогу набирает манго, да, там фрукты всякие. Ты тратишься, что я тебе дам деньги. Набирай. Конечно, еще как бы по весу прошло. Понятия не имею. Но она с мужем на мотоцикле подъехала, ее обогнали индусы. Они друг другу что-то орали. Индусы ей, она им. Муж сел на байк и их оставил, поехал типа догонять тех индусов. Те, она говорит, развернулись, приехали сзади, начали ее дальше пылесосить. Она их на них орать. Он на них. Потом муж опять. В общем, мутно, ничего очевидного, да? Да. Понятно что, да. Тут он приехал, она давай на него уже кидаться, на своего мужа или парня. Я вижу, что что-то неадекватное. Да. Не знаю, что.
сколько? 700 рублей. Ого. Всего лишь надо. Чёрт, все стоят, не помогают. В чем мне помогать, непонятно. Она кидается, и на него кидается. Конечно, на байке. Будешь виноват. И любой индус, кто смотрит, говорит, я взорву, черножопая скотина. А он видел этот на столбе превращает Россия против Путина, что-то проголосуйте, такой бред какой-то. Где? А вон на столбе. Ты снял? Да типа снял, да. Короче, вот так, ребят. Смотрите, моя малышка, самая лучшая, самая охуенная, самая пиздатая, самая красивая. 23,5. Нормально. Уже в аэрофлот полезла, да? Да ладно. Давай, пожелаю всем до свидания, Рамболю, Индии, Гуафичке, мне. Не верю вообще, что тут происходит. Уже 1000 раз пожалела. Ладно, все, давайте. Не так всегда, ребята, так дзен и познается. Кто-то уезжает, у кого-то какие-то страдания. Смотришь туда, все веселятся, куда-то едут. Как говорится, жизнь не останавливается. Жизнь продолжается. Мандарин, 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 мандарин. Пути в Даболим, идем водички купить, шашлычками тут пахнет, всякое такое. Вот, что-нибудь купишь, бесплатно пепси дадут, шашлыки, машлыки. А где Cold Water? Нравится мне этот вайб. Мы еще когда ездили в этот Мумбай, тоже останавливайся, прям кайф. Шашлыки, мамочки, вот тебе, пожалуйста, мясо. А то говорят, в Индии мяса нету. Шашлыками везде пахнет. Ёбаный в рот, зайчик, аккуратней, грязь, я бы вступил в эту ёбаную грязь. Оранжевый движняк, пускай весь мир узнает, мандариновый барон башляет, в кризис миллионы баксов на тусняк. Мандарин, манда, мандарин, мандарин, манда, мандарин. Вот, ребятки, Гуанский аэропорт, то место, откуда все начинается и откуда все заканчивается. Неделю будешь ты. Не дождетесь.
что, зайчка? Всего доброго. Там уже еще пустые. Все, уходит моя малая. Девочки улыбаются. Подьянку там уже не пустят уже, блин. Что-то там уже какие-то замесы, не замесы. Пошел куда-то узнавать. А, у меня даже список есть. Вот такой Гуамский аэропорт. Что-то она там. Паспорт, не паспорт. Ну, в списках она есть, получается, там. Лайк, репост, подписка, ребят. Ссылка на дату в описании. Так кто в мире танцевали? Мы? Да, у нас внутри было прохладно, я.